Что же, привет, народ! И... Но я думаю, не нужно говорить, что мы будем играть дальше, нет? Тут все понятно. Пройти через портал. Хорошо, я попытаюсь. Отлично, давай. Повыше надо, наверное, забраться. Чтобы наверняка. Готово. Вы надолго? Я жду. Дождался. Сигнал стабилен. Супер. Ты за пределами главной симуляции. Это на время запутает Абстерго, но ты можешь наткнуться на неполный или битый код. А что, мне нравится. Может, поэтому люди здесь не совсем материальны. Вроде Париж, конец 19 века. Романтично. Но в другой раз. О. Сейчас тебе нужно побыстрее найти портал. Прекрасная эпоха. Сквозного до прохода Первой не мировой. видно. Поищи путь под землей. Прекрасная эпоха. Доступ в базу данных. Энциклопедия. Разные локации. Прекрасная эпоха. Общая. Я не знаю, где тебя искать, прекрасная эпоха. Прекрасная эпоха куда приятнее революционного Парижа, верно? Меньше отрубленных голов. Найти вход. Ладно, я и буду искать вход в метро. Эта зона нестабильна. Назад! Быстрее спускайся под землю! Нашел. Мне нравится, что здесь, так сказать, можно встретить всякие вот такие вот локации, знаете, более современные и просто другие. Знаете, это приятно. Приятно, когда игра выходит, так сказать, за свои рамки. Что-то не какой-то мелкий, это довольно-таки такой нормальный уровень. Какой-нибудь там обрубок. Еще. Я думаю, выход в эту сторону, наверное. А, не-не, скорее всего сюда. Я угадал. Кстати, я никогда не бывал в Париже, но хотел бы побывать. Быстро тогда поезда ходили. Я думал, раньше они помедленнее были. Ну нет, нет, так энергично ходят. Хотя да, сейчас они ходят еще быстрее. Спасибо, я уже знаю, как преодолевать низкие препятствия. Thank you.
Да черт тебе! Чуть не умер там. Энергия нестабильна. Мы не знаем, как она влияет на симуляцию. Что-то свобода. Я знаю, что укрытие занимают не так, но ну, смысл тоже, ты укрыт. Ну, сейчас, конкретно сейчас не укрыт. Придется лезть на статую свободы. Она провалилась из другого периода. Французы уже должны были отправить ее в Штаты. А нет, можно бежать. Скорее, портал. Я попробую его придержать. До скорой встречи. Готово? Разлом обучения разблокировано. Северный мост, Серебряный век. Оценить 5 однозначно. Что же, что мне делать, чтобы дальше? Нет, очень, очень хорошо. И главное, интересно. Мне вот нравятся такие моменты, когда игра начинает, так сказать, превосходить саму... Ну, не превосходить, скажем так. Делать что-то неожиданное. Вот мне нравится и в фильмах, и в играх, а что-то неожиданное происходит. Не то, что... Да-да, французская революция, хорошо. И как... Вау, я оказываюсь в другой эпохе. Это круто. Мне вся это очень нравилось и в фильмах, и в играх. А нас вдруг кидают в другую эпоху. Это очень просто интересно, потому что ты этого не ждешь. В большинстве это случаев. Откуда ты... Ну, естественно, если ты не пересмотрел кучу трейлеров, ты не ждешь. Все, мы вернулись. Мы вернулись. Мы, ребят, снова в Париже в нужное время, в нужном месте. Ближний бой, здоровье. Может быть, качнуть еще здоровье? Не надо, незаметность. Замки в дверях сундука. Да, ученик взломщика. Буду копить, ребята. Связь есть. Не всем везет после первого прохода через мост. Порой посвященный застревает в системе, и приходится отправлять кого-нибудь на помощь. Наш человек в ловушке на сервере прекрасной эпохи. Если ты не слишком устал, вернись на серверный мост и спаси его. Ладно, посвященный, за работу. Так, выполните задание парижской истории «Наживы и разломы», чтобы заработать деньги. Чем лучше снаряжение, тем выше его стоимость. Спасибо, я догадываюсь. Нажмите, чтобы открыть карту. Меньше количество положений значков. Да, как видите, значков в центре Парижа. Париж огромен. И значков тут, естественно, отображается овер дофига. Поэтому нужно, так сказать, решать, какие значки тебе нужны, какие нет. Это я. Очко Номад, сундук. Сундук Номад. Я просто думаю сейчас, куда отправиться. Очень много, кстати, сундуков заблокировано. Знаете, я хочу получить то очко, если... Нет, что-то далеко лезть до этого очка, поэтому, наверное, я... Артефакт. Разлом Херикс. Прекрасная эпоха, тренировка.
Наверное, я открою, наверное, сундук посвященный. Так что да, игнорируем пока что доп. Задание, отправляемся. На основное. Почему бы и нет? Я считаю, я хочу сделать так в данный момент. Я не стал смотреть и вмешиваться, в принципе. Мог... Мне нравится, как он поворачивается, как он вниз спрыгивает. Очень, очень хорошо переработали, действительно, вау. Так, там случайно... Да, тут сено. Эх, блин, я же умею плавать, переплыву. Я такой, знаете, спокойно плыву, очень быстро. Театр. Профиль посвященный не связан с учетом, профиль дает вам доступ. Да, хочу, конечно, свежие. Надеюсь, Uplay там работает, потому что иногда что-то он, наверное, из-за того, что... Да. Да, я зарегистрировался, просто меня браузер выкинул для этого процесса, и сундучок с сундучками теперь пользоваться можно. Костюм ассасина Эдварда. Логово старого ассасина? Это не обязательно. Кстати, а если в театре, что я могу увидеть? Осмотрите кафе-театр. Так, можно его улучшить. Хорошо, у нас есть кое-какие деньги, давайте попробуем. Почитаем, по крайней мере, что даст улучшение. Я могу чем-то помочь? Что за место? Оно ведет в святилище. Это, конечно, не парадный вход в Сен-Шапель, зато наше. Раньше его использовали наши шпионы, но сейчас тут полная разруха. Вам помочь? Если узнаешь что-то полезное, тут же сообщу. И вам стоит поговорить с управляющим. Этому зданию не помешает ремонт. У меня сейчас немного туго с деньгами. У вас есть доход от кафе, используйте его, как сочтете нужным. Деньги в сундучке, он стоит на столе в кабинете. А чем больше вложено в дело... Тем больше доход. Да. И, кстати говоря... Для нас было бы весьма недурно охватить и другие кварталы города. Ясно. Хорошо, я попытаюсь. Сейчас большое здание, кабинет интенданта. Забрать выручку. Что-то, по-моему, маловато выручки. В это кафе действительно никто не ходит, или ценники очень маленькие. И то это плохо. Постараемся улучшить дело. Восстановить. Первый этаж. Холл. Начнем с первого этажа. При работе над основным крылом за кухней нашли небольшую потайную комнату. Советую туда заглянуть. Хорошо. Разблокирую новое задание в кафе-театр. Визуальное улучшение. Теперь холл у нас здесь. Предыдущий хозяин замуровал небольшую комнату. Мы нашли в ней кое-что интересное. Холл готов. Так, еще 260 у нас есть. Может быть, мы фасад... Нет, фасад уже дорого. И последние штрихи. Наймите архитектора, давайте последние штрихи.
визуальное улучшение. Ну, пока что этого хватит, наверное, ребята. Даже сказать, хватит с нашего главного филиала. Так, а что с вербовки? Аутодафе. Гибертисты сжигают редкие религиозные манускрипты, некоторые... некоторые из которых содержат секреты ассасинов. Спасите их от уничтожения. Похоже, давайте, монархисты-фанатики из группы Деяний Апостолов сжигают книги. Встретьтесь с моим человеком на площади Дофина и повторяйте спасти манускрипты. Мы поместим их здесь. Круто. Я готов. Говорить с контактом. Мерзкий филиал. Это слишком подозрительно, когда я так ползу. Мне нравится, что здесь как пистолет не входит в основную, в основное снаряжение ассасина. Очень так, даже необычное, скажу. Необычно и непривычно, потому что раньше всегда, вот последние игры, пистолет как бы был главным, главной частью снаряжения. Теперь же нет, это совершенно не так. Это хорошо, разнообразие, все дела. Не радует, что улица полна. Реально веришь, что это столица. Знаете, я вообще хотел бы увидеть Assassin's Creed во многих еще других крупных европейских городах. Я бы в Германии не отказался увидеть Assassin's Creed там. И все такое. Я думаю, многие бы хотели увидеть Assassin's Creed. Да, по-моему, во всех временах. В России, я думаю, больше всего все хотят увидеть. Ну, по крайней мере, русские все хотят увидеть. Я хотел бы Assassin's Creed, ну, может, даже не в Москве, а в Санкт-Петербурге устроили бы хорошо во время революции. Мне кажется, там бы очень и лаконично было бы, и, потому что истории-то уже были. Там вот комиксы на эту тему уже выпускали, так что... Я думаю, вполне лаконично писать. Я кто-то даже там, я читал какие-то чуть ли не исследования проводил, что да, следующий ассасин будет уже как бы 100% в России. Я не удивлюсь, знаете, я вот не на градус бы не удивился, скажу так, если бы увидел Assassin's Creed следующий в России. Я был очень рад. Солдат многовато не пугает. Я здесь, брат. Ты не брат, а говнюк. Поставить, да, уверен, что хочу. Это дополнительная денежка мне в карман. Большое кафе, пол Парижа сюда можно засунуть. Ну, конечно же, я привычу. Это клуб ассасинов теперь. Марсельеза. Еще контракты клубов. Тут дофигища заданий, ребят.
Я на пенсии не выполню все. Воротам экономим время. И так мы не пройдем, придется обходить. К сожалению, придется в обход. Да, причем обход довольно-таки далекий. Запретная зона, а мне плевать. Я через любую зону пройду. Я хочу подобрать артефакт, потому что я вот даже не знаю, что это такое. О, вот он там наверху, мне интересно. Я, он не настолько сильно наверху. Да блин, он меня раздражает и на что он не хочет в окна залезать. Проблема всех ассасинов до сих пор не решена. Персонаж не всегда лезет туда, куда ты хочешь. Не знаю, как у вас, у меня это вечно проблема была. Что, вот почему, вот почему? Почему я сейчас ничего не зажимаю, я не нажимаю там ни А, ничего вообще. И вот, я сейчас пытаюсь нажать на... То же самое, что я жму, что не жму на кнопку. То же самое, он лезет мимо окна. Вот как мне нужно, вот что мне нужно? Вот я как-то должен замедлиться, чтобы залезть в окно. Мне это не нравится. Что, он залезает в окно еле-еле. Хотя чаще всего ты хочешь залезть именно в окно. Именно вот в окно. А не по стене. Ну, в настройку управления могли бы такое вести, как вы хотите, чтобы себя ассасин вел, там, в окно лез, на стену или еще куда-то лез. Ну, это было бы удобно. И, знаете, кто-то посмеялся насчет того, что Assassin's Creed игра для геймпада. А для чего еще, ребята? Assassin's Creed это реально игра для геймпада. Вот посмотрите даже на расположение этих элементов. Лево, вправо, вверх, вниз. Ребята, это чистый геймпад, это не клавиатура. Это чистый геймпад. Вообще вся серия. Вот эта игра может быть не настолько заточена под геймпад, но в принципе, когда я вот играл даже в Black Flag и предыдущий Assassin 3, это вообще чистый геймпад. На клавиатуре и на геймпаде играется по-разному. На клавиатуре я чувствовал себя, честно говоря, подозрительно лохом, а на геймпаде чувствуешь себя таким вот маленьким божеством, потому что играть надо стоит 100 раз легче на геймпаде. Вот наш контакт. Они уже сожгли почти все книги месье де Шампа. Пожалуйста, помогите. С контактом я понял. Так, где книги жгут? Ты к ними пальчиком, я тебе все спасу. Так, все, вижу. Арно, спаситель манускриптов, спешит на помощь. Иди сюда! Надо тебя вздуть хорошенько! Действительно, куда ты пошел? Стой, гад! Бронишь меня, будешь коснем! Постараемся действовать тихо. Обойди сразу, или я помогу! Нет, Жильбер! Черт! Черт, нет покоя!
Кстати, анимацию боя хоть заменили. Где бой? Я посижу тут. Никакого боя нет. Ждем. Забываемся этого парня. А ну стоять! Че, ты еще? Это уже напоминает больше предыдущих ассасинов. Бесконечные враги, которые прут со всех сторон. Загнать мне площадь, но ничего, зато опыт получили. Так. Готово. Так, оценить это воспоминание, ну, на четверочку. Не идеально, но хорошо. Даже не знаю, кого я сейчас скорее оценил, себя или воспоминания. Так. Сундук Номад. Конечно, мы не можем его открыть. Загадка Нострадамуса, Марс. Не люблю загадки. Этим все сказано. Быстрое перемещение. Нет, Версаль, пожалуйста. Да, пожалуйста, быстрое перемещение. Я жду. Игра, я жду. Эта игра любит заставить тебя подождать. Да, определенно. Я обожаю ставить пометки, знаете, чтобы сразу идти к цели. Мне кажется, ли я переместился куда-то не туда? Риколет. Мне кажется, я куда-то не туда переместился. Я не туда приехал. Да, мы тут были, но... Это не Париж, это Версаль. Остров Сен-Луи. Да, пожалуйста, остров Сен-Луи. А, вернее, это Париж, но другой район. Другой квар... Нет, район все-таки получается. Ну да, Париж большой город. Версаль блин, не проверяйте мои знания географии. Я имею в виду географии Франции и Парижа в частности. Но Версаль-то ведь, это получается пригород Парижа, да? Вроде так. Я могу ошибаться, но вроде так. Поправьте меня, если я не прав. Просто я не хочу утверждать, нет, серьезно, я не знаю всего на свете. Знаете, такая нормальная штука, просто не знать всего на свете. Как-то я увлекся доп. Заданиями, кстати, прямо вот, скажем, на данный момент. Но возьмем мы основное задание. Но возьмем его не сейчас, ребята, а... Я знаю, вы уже знаете. В следующей части.
Так что в следующей части увидимся и возьмем основное задание. Какое, я еще не знаю, как оно называется, но там в 9 метрах от нас.